А поруч зі мною зараз знаходиться гість нашої студії. Довгого представлення він не потребує. Юрій Луценко, ініціатор Третьої Української Республіки, відкритий для спілкування із нами і з глядачами. Тож, я нагадую номер студії. Це телефон прямого ефіру 370-3101. І вітаю нашого гостя. Доброго вечора. Вітаю вас. Ви до нас не на байку приїхали. У нас сьогодні грандіозний музичний фестиваль. І колишні керівники області, і нинішні вже байкерами стали. Просто тренд у нас такий. Гарний тренд. Насправді я завжди завидував полякам, у яких під час літніх канікул молодь пересувається від замка до замка на рок-фестивалі. І їм для цього дають знижки на переїзд по залізній дорогі. Нас, на жаль, підвищують вартість залізничного перевезення, але те, що народжуються такі традиції, це добрий знак. Що ви робите у Дніпропетровську сьогодні? Сьогодні я зустрічався з громадським активом міста і хотів почути від них, по-перше, ставлення до моєї пропозиції змінити фундамент країни, в котрій ми живемо, аби ми почувалися громадянами своєї країни, аби в ній було комфортно і безпечно жити. І почути від них, як це зробити на їхню точку зору. Мені дуже цікава думка саме Дніпропетровська, бо лише в двох крупних мегаполісах, Києві і в Дніпропетровську, насправді закінчилася дурня, протистояння по мові, історії, релігії, а люди прийняли філософію зовсім іншу, поваги до свого сусіда. Це ви сьогодні побачили Дніпропетровську? Ні, я це знаю давно, але мені саме точка зору дніпропетровців, саме з огляду на це, дуже цікава. Бо з моєї точки зору, перед тим, як говорити за що голосувати у 2015 році, кого обирати президентом, нам треба домовитися припинити Україну-українську війну. І якщо ця теза не завжди сприймає розуміння у Львові чи в Харкові, то вона була, ну, якби вже пройденим етапом для дніпропетровців. Це дуже приємно. З моєї точки зору, давно час домовитися тим 80% населення, які не хочуть жити при бандитській владі, але з іншого боку вони ніяк не можуть домовитися між собою. І я формулюю це питання так. Треба припинити відмовляти російськомовним громадянам в праві на український патріотизм. Я, наприклад, люблю письменника Андруховича, хтось любить письменника Куркова, але поки ми між собою не домовимося, буде вигравати Бузина. Тому те, що ця теза сприймається у більшості населення України, і дуже сильний сигнал на підтримку цього був сьогодні з Дніпропетровського круглого столу, мене особисто дуже тішить. Я думаю, що увага наших глядачів до вашого візиту сьогодні теж дуже велика. Вже є перший телефонний дзвінок, пропоную послухати. Доброго вечора. Доброго Ми вас вечора. Слухаємо. Ваше питання. Алло? Да, чуємо вас. Пане Луценко, а скажіть, який ще нужен нам фундамент Дніпропетровської області всій, щоб нам легше стало жити? От ваших оцих розговорів про мову, про всякі там останні видумки. А уран як був наш, так і є. Вольногорський уран був, є. Кругом у нас дихати нічим, задихаємося, гроші вичищаєте все, де щось будується, а ви нам ще якісь фундаменти обіщаєте. Ми вам не віримо, і навіть ні грама не вірю я вам. Окей, ви знаєте, це ваше право комусь вірити або ні, але якраз моя пропозиція така – перестати голосувати вірою, перестати голосувати серцем, почати голосувати головою за тих політиків, які пропонують не гасла, ви правильно говорите, мовні, історичні, релігійні тощо, а ті, які пропонують вам конкретну програму дій, яка вигідна вам, а не ним. Так ось, в мене був час подумати, не я був винен тому, що в мене цей час з'явився, але в мене був 2,5 роки оцінити проблему, чому країна після 2004 року не змінилася так сильно і добре, як ми хотіли. Моя відповідь така, тому що Ющенко не мав ні програми, ні команди. І сьогодні, перед 2015 роком, громадянам країни треба спитати у кандидатів президента, яка їхня програма дій по зміні країни, в тому числі екологічної ситуації у вас, і яка їхня команда виконавців, аби ми знову голосували не за вождів, які себе вважають месіями, а за конкретні зміни в країні. Якщо щодо мене, мені дуже легко про це говорити. Ви кажете, що мені не вірите. Добре. Я не збираюся балотуватися нікуди, я не маю ні такого бажання, ні такої юридичної можливості. Але в мене є можливість бути почутим. І я хотів би допомогти політикам, особливо від опозиції, почути питання людей, на які вони сьогодні не отримують відповіді. І ваші, зокрема. Сьогодні питання дуже прості. Чому немає безпеки в країні? Чому найбільша загроза для населення є правоохоронна і судова система?
Питання друге. Чому сьогодні економіка настільки монополізована, що вітчизняному виробництву і зовнішньому інвестору не залишилося місця? І що з цим робити? Що робити з українською освітою, як майбутнім нашої держави? Що робити із самоврядуванням, якого не існує? Фактично сьогодні місцеве самоврядування паралізоване і знекровлене фінансово. На всі ці та інші питання треба давати відповіді політикам, агітуючи перед 2015 роком. Якщо вже йдеться про те, хто я маю найголосніший мікрофон, який чує опозиція. І я хотів би, щоб налагодилося зв'язок між людьми, які не задоволені нинішньою владою, і тими політиками, які хочуть її змінити. Нинішня влада має команду? Ви сказали, що немає команди. Це ваша думка? Я кажу про опозиційні політики, які в даному випадку мене цікавить, наприклад, кандидат президенти Кличко, Яценюк, Тягнибок, тощо. А хто їхній генпрокурор? Хто їхній прем'єр-міністр? Хто у них міністр економіки? Хто у них міністр закордонних справ? Голова антимонопольного комітету? Коли вони оголосять склад своїх команд, ми дізнаємось про них набагато більше, ніж всі їхні політичні декларації. Ми зрозуміємо, що вони збираються робити. Це те, чого не було в 2004 році. Ми вірили. Сліпо вірили, але насправді ми не знали, що ніякого плану і ніякої команди нема. Цього разу не можна так помилитися. Щодо діючої влади, да, це команда, але це команда гангстерів, яка захопила державу, і сьогодні всі інструменти держави, від вчителя, якого примушують водити дітей на мітинги, до міліціонера, якого примушують вибивати бізнес на користь міжгірської сім'ї, працює на них, на цю гангстерську команду. Я вважаю, що вони мають піти геть, але цього недостатньо. Об'єднуватися проти, хтось повинен прийти. Цього мало. Треба спитати, а що ви будете робити, коли опозиція, коли прийдете до влади? І от саме пошук питання плану нової країни входить в коло моїх інтересів. Я не збираюся займати будь-які посади в новій владі. Я хочу допомогти інтелектуалам країни, експертам, в тому числі в Дніпропетровську, сформулювати ті думки, які мусять почути кандидати на нового президента. Я пропоную повернутися до частини питань трохи пізніше. Принаймні, дуже хочеться почути вашу думку щодо роботи правоохоронних органів. Є ще один телефонний дзвінок. Я повторюю, Прошу. Буде велика активність. Доброго вечора, слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Меня зовут Леонид, і у мене один єдиний вопрос. От за ваше время, коли ви були міністром внутрішніх дел, що ви зробили для народу, в частності для мене? То есть вы говорите, милиция, все коррумпированное, вот, нынешняя влада ни к чему не годится. А что сделали вы в тот момент, когда вы были при власти, когда меня посадили ни за что? И к вам обращались непосредственно те люди, и к вам приходили, говорили фамилии и так далее и тому подобное, когда вы обещали дать официальный ответ, и никакого ответа не было. Вот скажите мне, смотрите сейчас мне в глаза, даже через экран. Я, к сожалению, не знаю вашего имени, могу смотреть в глаза любому гражданину страны и сказать, например, такой ответ. За мое время в милиции было мало возможностей изменить, потому что из 52 законов, внесенных в парламент, парламент принял лишь один – закон о дорожном движении. И, между прочим, в результате этого на украинских дорогах за два следующих года моей каденции количество убитых граждан уменьшилось на 7 тысяч людей. Поэтому перед вами сидит человек, который может гордиться тем, что сумел спасти жизни 7 тысяч украинских граждан. Поэтому я считаю, что не зря был министром, хотя бы поэтому. Во-вторых, касательно вашего случая, я не могу комментировать, не знаю вашу фамилию, имя, не знаю этих обстоятельств. Могу сказать лишь одно. Да, безусловно, и при мне в милиции не было кристально честной системы. Но у меня не было шанса изменить систему, ведь ни один закон не принимался. Вот мы все часто говорим, как хорошо в Грузии изменили полицию, да? Но там было большинство ихнего парламента, которое приняло целый пакет законодательства для этого. У нас такого шанса, к сожалению, не было. Именно поэтому сегодня я говорю о необходимости подготовки пакета таких действий, чтобы потом следующий министр внутренних дел, которым будет, конечно, не Луценко, уже знал, с чем идти в парламент. А парламент был готов проголосовать за такую реформу. Что для этого надо сделать? Мой личный ответ. Он достаточно радикальный. Но поверьте, у меня есть опыт пребывания по обе стороны колючей проволоки. Поэтому могу сказать с полной ответственностью. Сегодня в стране не существует правоохранительной и судебной системы. Она и раньше была коррумпирована, сегодня она демонтирована. Поэтому, по-моему, нужно, первое, указом президента, который имеет на то конституционные полномочия, ликвидировать генпрокуратуру,
МВД и суды. В тот же день большинством парламента примет новые европейские законы для этих институций. Третье. Необходимо отстранить от работы в этих органах всех причастных лиц доказанным нарушением прав человека, которое подтвердил Европейский суд. А это более 1000 проигранных Украиной дел. Соответственно, это от 3 до 9 тысяч судей, 1000 прокуроров и 1000 следователей. После этого нужно нанять новый персонал, пропустив его через детектор лжи. И это не фантазии. Именно так набирает персонал в ЦРУ, ФБР и, между прочим, даже Приватбанк. После этого нужно, чтобы они дали согласие на использование против них провокации взятки, чтобы был и кнут, и пряник в работе каждого, кто взялся творить закон в нашей стране. Это не все, что нужно сделать, но это тот базис, я его называю план Напалм, который может изменить систему и восстановить площадку справедливости в нашей стране. К сожалению, болезнь правоохранительных органов и судов зашла так далеко, что разбавлением крови болезнь не уничтожить. Нужно полное переливание крови. Ну, сами вы верите в то, что это возможно? Данные всеукраинских опросов, опрос, который проводили мы на своем сайте, в частности, вчера мы об этом говорили в программе, растет неудовольство людей от работы правоохранительных органов. Это связано не только с событиями во Врадиевке. Очень много других, да? На самом деле, Врадиевка только тот маленькая часть, которая нам становится известным. И еще раз говорю, вопрос даже не в людях, которые сегодня работают в правоохранительной системе. Вопрос в том, какие задачи перед ними поставили. При всех проблемах, которые были и в системе при мне, а я ведь помню милиционеров, которые пытали женщин плоскогубцами за груди, которых я увольнял, а суд восстанавливал. Я помню о взяточниках на миллионы, которых мы ловили, а суды отпускали. Я помню о генералах, которые организовали и крышевали бандформирование, а прокуратура не замечала их преступлений. Все это было. Но все-таки цели стояли работать на правопорядок. Плохо, хорошо, кто-то лучше, кто-то хуже, но именно такие цели выполнялись. Сегодня цель стоит всего две. Первое – обеспечение бизнеса правящей семьи. Второе – недопущение протестов. Все, больше задач у правоохранительных органов нету. А теперь представьте себе милиционера, которому дали задание разогнать неугодную агрофирму в Николаевской области вместе с бандитами. Вот вдумайтесь, человек в погонах вместе с бандитами вершит беззаконие. Что он позволяет себе во внеурочное время? Продолжать беззаконие в свое удовольствие. Для кого-то это секс, для кого-то это грабеж, для кого-то это садизм. И, к сожалению, многие, которые остались в милиции, подвержены сегодня такой вседозволенности. Но она зашла так далеко, что отдельных людей уже менять недостаточно. Нужно изменить полностью систему с нуля. Ну, плюс вы привели пример Грузии, да, тогда делаем вывод о том, что все зависит от президента, да, в данном случае вопрос. От двух вещей: президента и парламентского большинства. Ведь изменить, например, министра внутренних дел, пусть придет намного лучше, чем Луценко, но он не имеет законов, он не имеет возможности сменить систему. Пусть придет новый президент, пусть не Ющенко, намного лучше, но у него нету парламентского большинства. Поэтому на самом деле мы должны понять, изменение будущего нашей страны – это выборы 2015 года и выборы следующего парламента. В сумме это может дать новое реформаторское качество. Если мы перестанем говорить о вещах, которые разделяют страну, если мы перестанем воевать против, если мы начнем, мы найдем общую платформу «за». Никак не перейдем к вашему общественному движению. Еще один телефонный звонок предлагаю послушать и потом продолжим. Доброго вечера, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер, Леночка. Здравствуйте. Добрый вечер, студия. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Мне очень приятно вас видеть. Вот именно у нас в Днепропетровске, на студии у нас, вы понимаете, я вот давно хотел с вами побеседовать. Я отвезу... Мне очень приятно, что вы... У нас, к сожалению, нет времени долго беседовать. Давайте ваш вопрос. Я очень рад, именно, что вы вышли с этих казематов. Вы понимаете, я следил за вами несколько лет. Вот, я видел ваши все дела. Тот, кто, конечно, не знает то, что вы сделали для Украины, сколько вы этих негодяев пересадили, сколько осталось под стеклом после того, как вас посадили, незавершенных дел.
Я все это знаю, вы молодец, вы понимаете, вот... Окей, давайте меня не хвалить, потому что я действительно не знаю, что с этим делать. Задавайте вопрос. Давайте вопрос. Вы понимаете, вот самое главное сейчас убрать этого президента, он ничего не делает, мы катимся в пропасть, вы понимаете, и мне лично, вот, я хочу вам задать вопрос. Ваши личные дальнейшие действия, потому что вот именно Юлю тоже надо выпускать, и... Моя просьба, помогайте, чтобы она вышла. И вот тогда вот этот кулак силы вот, уберет всю эту нечисть, всю эту банду, которая сейчас существует. Спасибо, Юра. Я очень доволен, что вы у нас в студии. Спасибо и вам за такие эмоциональные слова поддержки. Я, наверное, чуть-чуть опущу накал страстей. Понимаете, ведь проблема не в Януковиче. Ведь фамилия, действительно, личность много значит, но это лишь проявление системы, которая его породила. А нужно признать, что проблема заключается в нас самих. Это очень легко искать внешних врагов. Как всегда, виноваты москали, ну, всегда евреи, погода, коммунисты, честно. Националисты, банкиры, кто угодно, но только не я. А на самом деле виноваты мы. Я в первую очередь, потому что я был у власти. И каждый из нас, в каждом из нас, сидит маленький Гитлер, Сталин, Мао, и мы должны пытаться выдавить это, выдавить тоталитарность и неприятие чужого мнения. И самое главное, преодолеть еще одну страшную вещь. Вот украинцы считают, что мы живем хуже всех, что виноваты в этом другие, а значит менять ситуацию должен кто-то другой, но не я. И привыкли ждать доброго царя. На самом деле нам придется осознать, и мне очень приятно, что именно в Днепропетровске это давно осознали, что все находится в твоих руках. Не в Киеве, не в Донецке, не во Львове, не в Симферополе, а именно здесь, в твоем городе, на твоей улице, в твоем здании. Мы должны объединяться, чтобы изменить жизнь. Да, я был бы счастлив, если бы в стране началось широкомасштабное, общественное, гражданское движение за перемены. Я думаю, что вы прекрасно, как и другие люди, понимаете, что эту власть невозможно победить лишь арифметическим количеством голосов на выборах. Им слишком много есть чего терять из награбленного. И они будут цепляться за нее с всеми силами. И последние перестановки в Минюсте, в избирательной комиссии, в других государственных органах показывают, что они собираются делать. Скупка СМИ, давление на общественных руководителей, расправы с неугодными – это показывает очень четко. Нам надо создавать надпартийное общественное движение за перемены. Оно должно договориться о том, какой мы видим новую страну, на каких механизмах ее будем строить. И после этого отвечать на простые вещи. Вот меня все зовут, почему вы не создаете партию? Вы будете сейчас спрашивать, что такое Третья Республика? Это идея. Я хочу спросить, почему третья, а не четвертая, а не пятая? Потому что это здоровая провокация. Все так спрашивают, но всех интересует. На самом деле, я считаю, если серьезно, Первая Республика — 1918 год, Украинская Народная Республика, которая, кстати, тоже была обречена в силу того, что она была неправовой. Она строилась как национал-большевизм. Второй была Украинская Советская Республика, в перекрашенной казарме которого мы до сих пор живем, которая не изменила своего фундамента. Поэтому я призываю к новой стране. Ну, если вам не нравится слово третье, назовете четвертое, пятое. У нас был президент, движение. Который считал от Триполья, поэтому там можно насчитать намного больше номеров. Но разве в этом суть? Суть в том, что нам необходима новая страна. Ведь большинство соотечественников хотят уехать из Украины. Это ненормально. Это значит, что они не любят эту страну и боятся здесь жить. Им некомфортно здесь. Это трагедия. Поэтому давайте вместе прекратить искать врагов. Тем более, что и Запад, и Восток уже друг другу назло избрал по президенту и получил в результате, ну как бы мягче сказать, плохой результат. Давайте договоримся о том, какой мы видим общую страну. Давайте находить в нашей разнице позитив. Как физик могу сказать, что при разных потенциалах появляется ток, энергия. Поэтому давайте находить в этом плюс, позитив, интерес, комфорт, кайф в конце концов. Как это делать? Я предлагаю не строить партию. Я не собираюсь быть вождем. Я собираюсь лишь вернуть энтузиазм и веру людям. Веру в свои силы. Та вера, которая всегда спасала любую страну, и нашу в том числе. Конкретные вещи. Стань гражданином. На своем избирательном участке. Создай тройку. Агитатор, наблюдатель, член комиссии, которая не за деньги, а за убеждение отстоит справедливый выбор людей. Несмотря ни на что. Второй шаг. Создай десятку агитаторов со своей множественной техникой.
И несмотря на то, что все СМИ будут захвачены властью, дай бог без 9 канала, агитируй за свой интерес, а не за интерес политиков. И третье, создай движение 50 человек, которые выйдут на улицу отстоять свой выбор. Если это будет сделано на 37 тысячах избирательных участков, в стране следующего президента изберут люди, а не деньги. Вот в этом я глубоко убежден. И за это агитирую людей. Ну вы сказали слово «давайте», да, произнесли. Это говорит о том, что вам нужны сторонники, да? Сегодня, я пытаюсь вас вот агитировать. Сегодня по какому принципу вы будете выбирать сторонников? Ну, я так понимаю, что вы будете лидером движения, да? Неофициальным, возможно, поскольку официально вы сегодня пока еще не можете возглавлять, правильно? Даже не поэтому. Да, безусловно, у меня нет юридической возможности, кстати говоря, человеческого желания быть вождем чего-либо или кандидатом на любую должность. Ну, у вас сегодня очень неплохой рейтинг, возможно, да? Мне кажется, меня не интересует мой рейтинг. Меня интересует, и мне очень тяготит, или это очень меня обязует, то чувство доверия, которое я вижу на улицах. Для меня это чувство ответственности. То есть люди спрашивают, что делать, я могу быть услышанным. А недоверия на улицах вы не видите? Пока не сталкивался. По крайней мере, сегодня заехал в Днепропетровск выпить кофе. Хозяин жал руку и говорил, что мы победим. Я же говорю, рейтинг у вас, наверное. Безусловно, есть люди, которые меня не любят. Безусловно, есть люди, которые, может быть, даже ненавидят. Но еще раз говорю, я не интересуюсь рейтингом. Я интересуюсь тем, нужен ли я людям. На самом деле, это самое главное для политика. Даже в тюрьме для меня было неуютно первый месяц, когда я не имел обратной связи, когда я получил сотни писем поддержки, я понял, что я нужен людям, а значит, я живу. Не зря. Поэтому сегодня я им предлагаю алгоритм, схему того, как можно изменить страну. Под себя, для вас, друзья. Я считаю, что для этого нужно договориться о правилах общежития, о самых необходимых реформах, которые должен сделать президент первые 100 дней. Кто? Кому договориться? Нужно когда договориться? Этот план будет... План может написать, конечно, интеллектуальная часть общества и эксперты. И они уже пишут. В октябре месяце, я думаю, что такой результат будет. В годовщине Майдана мы презентуем людям новую страницу, которая может быть взята людьми на вооружение. Я не настаиваю, что только наш план есть гениальный, но верю в него. То есть вы будете презентовать новый план? Мы презентуем план. Если этот план поддержит миллионы и создадут непартийное движение, не за деньги, а за убеждение, которое будет бороться на выборах президента и требовать от кандидата выполнения этого плана, а не своих личных или узкопартийных интересов, я уверен, что мы можем изменить страну. Если страна изменится, мне будет комфортно в ней быть рядовым гражданином. Поверьте, у меня никакого интереса быть во власти. Вот в тюрьме очень четко происходит переоценка ценностей. Все эти мишура власти, крысиная возня политики становится неинтересной. Ты чувствуешь, как сквозь пальцы просыпается песок времени, а ты не успел, как говорит Лина Костенко, набутыся и своими. Самое главное в этой жизни. Поэтому для меня вот главное, чтобы быть со своими. И еще одно. Мне очень некомфортно жить в нищей стране. Это очень неприятно. Я хочу это изменить. Вот если удастся, для меня это будет главной должностью. У вас нет желания жить в любой другой не нищей страны? Никакой. Никакого. Мне некомфортно. Я бываю часто за рубежом, бывал, вернее, довольно часто за рубежом. Сейчас был на лечении в Польше, заезжал в Австрию. Там хорошо люди живут, мне там неплохо отдыхается несколько дней, потому что меня там не узнают, и я могу быть сам собой. Но мне там невозможно жить. Для меня это некомфортно. Я думаю, это для большинства украинцев, даже тех, которые говорят, что они хотят уехать из страны, все это слова. На самом деле, тут наш дом. Тут наши корни, и тут наша перспектива. Единственное, что сегодня у всех нас есть ощущение, что государство нас украли. И вот у меня предложение очень простое. Давайте не бороться против Януковича. Это как бы пройденный этап. 80% населения не поддерживает его политики. Давайте подумаем, как нанять во власть человека, который изменит страну, о которой мечтаем мы. Это очень сложно. А сегодня такой нужно. Человек есть, вы видите его, или он еще не вырос, возможно, за 2 года он появится? Давайте скажем прямо, на сегодняшний день есть кандидаты в президенты этой оппозиции, других у нас не будет. Есть 3 кандидата на воле, 1 кандидат в тюрьме, и других кандидатов уже не дано. Речь идет о том, чтобы восстановить слышимость между ними и людьми. Акция «Вставай, Украина» показала, что массовость поддержки оппозиции недостаточно. Почему?
Не потому, что плохой народ или плохая оппозиция, потому что предложение поступает, очевидно, не затрагивает людей. Потому что выбирая меня, нет меня, людям не интересны. Они хотят услышать, вот как ваши зрители, о том, что будет с экологией, что будет с рабочими местами, что будет с образованием, с пенсией, с землей, с многими другими вещами. Пока они таких ответов не слышат. Поэтому я занимаюсь тем, чтобы от имени людей донести к политикам необходимость говорить о конкретных шагах в новой власти. Если это будет, я уверен, что страна воодушевится и выйдет за свой интерес. Этот раз люди не будут воевать за смену таблички в главном кабинете страны. Но я уверен, что они и этот, и следующий, и если надо, еще 5 раз будут воевать за себя. За свой, простите, шкурный интерес. Потому что на самом деле это и есть главное для этой страны. То есть вы помогаете вырастить нового лидера, да? Вот еще образовать вы правильно его, говорите. Да? Нет, я хочу, чтобы нынешние лидеры стали народными лидерами. А с другой стороны, еще одно мое желание, чтобы в ходе написания этой программы новой страны, в ходе движения надпартийного общественного движения «За перемены» родились сотни новых молодых людей, которые пройдут проверку делами, вот, активностью, из которых вырастут новые политики. Я на самом деле мечтаю, чтобы после 2015 года в парламент Украины зашло новое политическое качество в политиков, человеческое качество политиков, чтобы это были люди совершенно другие, новые, не втянутые в нынешнюю мышиную возню и собачью грызню на эфирах, ну, по пятницам. Я бы хотел, чтобы действительно пришли люди, которые знают, что делать, а не против кого дружить. Вот для меня это было бы тоже огромным призом. Давайте слушать еще один вопрос от зрителя. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы нас слышите? Нет вопроса, да? Алло. Есть? Пожалуйста, алло. Говорите. Да, говорите, пожалуйста. Уважаемый Юрий, один маленький вопрос. Все политики, которые на протяжении 23 лет разговаривают как бы перед экраном телевизора, это только демагогия. У меня есть очень простое предложение. Смотрите, то, что вы перечислили, убрать прокуратуру, суды, убрать парламент, который только устраивает хаос в стране, и пригласить одного шерифа из Америки, и через 15 минут в стране будет порядок. И все. Это очень просто. Один шериф за 15 минут. Спасибо. Вы знаете, я всегда боюсь простых ответов на самые сложные вопросы. Как правило, они не срабатывают. Нигде в мире не говорят, что демократия решает все проблемы, но все знают, что это лучший механизм избежать катастроф. То, что вы предлагаете, уже было в нашей стране сделано, и не раз. Когда убрали все механизмы, я пришел один шериф, его было имя Иосиф Джугашвили, правда, он себя называл Сталин, и в стране стал порядок. Только мы до сих пор от этой крови не можем отойти. И от сломанных хребтов личного и национального достоинства мы до сих пор не можем получить место населения граждан. Это слишком простой вопрос одного человека с пистолетом на улицах. А где гарантия, что этот шериф не есть внуком Сталина? А где гарантия, что этот человек не является злодеем, таким же, который сегодня носит пистолеты на улицах? Поэтому не все так просто. Я считаю, что я предлагаю не демагогию, а механизмы. Ну, например, сегодня одной из самых затребованных тем является вопрос, как люди влияют на власть. Вот на самом деле сделать людьми не объектом, а субъектом политики, то есть теми не от которых что-то берут голоса, а которые навязывают свой интерес политикам. Вот это является главным. Одним из вопросов является, как отозвать депутата, который предал тебя через 2 дня после выборов или через 2 года. С моей точки зрения, на это есть тоже вопрос, ответ. Называется персональный мандат. Необходимо перейти на голосование электронным ключом и в любой момент отозвать свой голос. И если у избранного вами депутата уровень доверия упадет до, например, 25% от старта, ну вот человек получил 50%, потом вдруг стал тушкой или голосует за откровенно бизнесовые интересы, не обращая внимания на интерес, например, Днепропетровска, вы отзываете свой голос, и у него становится 25%, заходит следующий депутат. И это намного эффективнее, чем раз в 5 лет попробовать избрать кота в мешке. Да, у нас есть 2 замечательных результата.
результат Ющенко и Мороза, которые получили ноль в результате предательства. Но такой результат раз в пять лет давайте резюмировать, слишком оттягивает. Да, я призываю, чтобы люди почувствовали себя хозяевами страны. И чтобы они не искали простых ответов, а тем более не искали врагов среди себя, среди соседей. Нужно объединяться и думать о том, как вместе изменить власть под себя. Не под Луценко, не под Кличко, Тягнибока, Яценюка и при всем уважении Юлии Владимировне Тимошенко. Очевидно, необходимо изменить страну, в которой будет комфортно жить нам, простым людям, которым я сегодня тоже есть. Я приехал сюда, в Днепропетровск, не навязывать идеи, а тем более не предлагать голосовать за меня. Я приехал поискать ответы на то, как жить в безопасной и комфортной стране. Много услышал, очень благодарен, в том числе на этом эфире. Ну, я не могу не спросить у вас, раньше вас очень часто... Хочется юмором закончить. Да, раньше вас очень часто видели среди зрителей 95-го квартала. Сегодня тоже шутят над вами, да, в этой программе. Вы смотрите, нравится вам это? Как вы оцениваете? Вы знаете, безумная или поддержка, нет? Когда в тюремной камере смотришь 95-й квартал, где Луценко арестовывает пшенку. Это было замечательно. Я действительно люблю юмор. Мало того, считаю, что это, во-первых, отличает живого человека от неискреннего. А во-вторых, это тоже способ победить зло. Для меня шутка, как и убежденность, является двумя сторонами одной медали, настоящего бойца. Поэтому всем, кто умеет шутить, я всегда подаю руку, даже если это шутки обо мне. Супер. Спасибо вам за участие. К сожалению, наше время закончилось. Я думаю, что будем с вами встречаться еще. Я точно гарантирую, что если я буду нужен, я в Днепропетровске буду по первому вызову. Я очень рассчитываю на то, что этот раз мы будем заниматься не противостоянием, а совместным строительством нового движения для новой страны. Спасибо еще раз. Я еще раз подякую Юрию Луценку за те, що знайшов час для спілкування на 9-му каналі. А я нагадаю, політик завітав до нас як ініціатор Третьої Української Республіки. І ще є у нас новини.